Ребята, всем привет! У нас сегодня пятница, и мы решили развлечься, сыграв Кубок Пятницы. Три команды успели заявиться до окончания пятницы. Это ЦСКА, Трубобой, Московские Медведи. Сыграли между собой круговой турнир, каждый с каждым по два раза. И эти наглые две команды, сыграв договорняк, Московские Медведи, проиграв 0-5 Трубобою, выкинули ЦСКА из турнира и играют между собой финал. Ну а я согласился еще до турнира все это прокомментировать, и поэтому придется смотреть на эти две наглые команды в финале. Финал у нас из одной игры, и сейчас мы посмотрим, кто станет первым обладателем Кубка Пятницы. Поехали! Вперед, Трубобой! Скажу я так, хотя тактику он поставил, конечно, непонятную. Два вратаря зачем-то ему понадобились, чтобы отбивать броски Медведя. Посмотрим, что из этого получится. Погнали! Хотя, возможно, такой тактикой он 5-0 выиграл. Я об этом, к сожалению, не знаю. Сейчас увидим. Ну что, матч начался. Медведи выиграли в вбрасывании. Чан едет в атаку. А Слесарев наносит колющий режущий удар вантусом нападающему Медведи. И удаляется. Численное преимущество у Медведей. Сейчас, я чувствую, накажет Трубобоя. Клуни бросал, попал в защитника, и шайба отлетает аж до своих ворот. Новая атака Медведей. Но один плюс есть уже от этого удаления. Травмировали товарища по фамилии Франев. И теперь на одного медленного игрока у Медведей больше. Посмотрим, какое преимущество из этого Трубой сможет извлечь. А пока он только обороняется, и снова удачно шайба попадает в защитника. И снова отлетает на половину поля. Медведи перехват. Классный перехват. Еще и вбрасывание. Ну вот и в равных составах команды. Трубобой. Гол! Андерсон. Как только Трубобой стал играть в равных составах, тут же забивает гол. Ну что, прекрасное начало. Медведь едет в атаку, а вот и Андерсон теперь отличился со знаком минус. Едет отдыхать, снова преимущество численное у Медведей. Медленный Франев бросал, отлетела шайба Клуни, который Джордж, и счет уже 1-1. Вот так вот удаляться Алексей. Снова едет Клуни в атаку, бросок, вратарик на месте. Вот такое... Да что ж творить-то вы, а? Теперь Напарников. Сначала Слесарев, теперь Напарников удаляется у Трубобоя. Я чувствую, доиграется Трубобой с таким количеством удалений. Ой-ой-ой, Клуни не успел бросить. Второй период. 1-1. Медведь идут в атаку. Зоторборг. Ой-ой-ой, Клуни бросает, вратарик на месте. Ребята, трубобоевцы, надо отбиться, выноси. Не смог вынести, снова атака Медведей. Получает Чан удар в спину, но шайба остается Медведей. И Хангстрём выбрасывает прекрасно. В равных составах команды Трубобой первым приходит к воротам. Андрюша, бросай! Хороший бросок нанес Педан. Вбрасывание в зоне Медведей, выигрывают они, идут в атаку. Дорж едет в атаку, пас дает Чану. Наверное, это тот самый Тимоти Чан, много доставивший проблем всем командам нашей лиги. Вот какой розыгрыш устроил клуб Медведей. Снова у них шайба. Я вообще сегодня не видел, чтобы шайба была у Трубобоя, кроме забитого гола. Постоянные атаки и преимущество Медведей. Ну, поатакуйте, Трубобой. Вот сейчас будет шанс поатаковать. Нарушает правила Борг. И надо реализовывать. Отбросились Медведи. Пью чай, комментирую этот сумасшедший матч.
Третий период стартовал. Слесарев едет в атаку. Пас Андерсону. Клуни отбирает. Франев выкидывает. И все заново. Ох, какой пас. Ну, Андерсон забивает. Отдал пас зачем-то напарнику. Но тоже неплохо бросил. Нужна новая атака. Труба. Потерял там шайбу защитник. Сейчас же накажут. Вовремя Слесарев променил свой прием. Но Чан отбирает. Из подачи Чана Зоттерборг выводит Медведей вперед. Ну что, сумеет ли Трубобой зацепиться за первый кубок пятницы или его увезут Медведи к себе на родину? Посмотрим. Пока все к тому, что не сумеет. Хотя вошли в зону Андерсон. Надо сделать точный пас. Слесарев почему-то не бросил. И Клуни сейчас может все закончить. Так и есть. 3-1. До свидания, Трубобой. Добро пожаловать, Медведи. Да, вот те и 5-0, говорю же, был договорняк. Не захотели Медведи играть в финале с ЦСКА и уступили место Трубобою, чтобы вот так вот легко выиграть этот финальный матч. Прекрасно все спланировано. Поздравляю Медведи с первым кубком пятницы. Трубобой с достойной игрой. Поменьше удаляться, конечно, надо. Ну что, выкладываю этот веселый матч. Надеюсь, он все-таки показался вам веселым. В группу смотрите и удивляйтесь. Всех с пятницей. Через 4 минуты суббота. Кубок разыграли. Медведей с победой. Пока.